Слушайте внимательно. Есть небольшое задание в деревне Шанг-3. Витконговцы пытаются раствориться среди обычных крестьян. Их моментальные удары не дают нам подвозить провизию. Так что их надо убрать, мальчики и девочки. Есть одно небольшое осложнение. Какой-то чокнутый журналист попёрся в деревню за сюжетом, и знаете что? Больше о нем не слышали. Найдите его живым или мертвым. Сиуксор лучше всех знает эту местность. Он будет вашим проводником на этом задании. Лейтенант О'Брайен будет вашим командиром. Тем новичкам, которым нужно освежить навыки стрельбы, стоит зайти на стрельбище к сержанту Плату. Он вас экипирует. Встретимся у главных ворот. Всем водителям лучше прочитать последнее распоряжение командования. Там говорится, что спящие за рулем будут строго наказаны. Но это, конечно, если они не впиляются в дерево раньше. Йо-йо-йо, тебя я еще не видел, старик. Вот что я люблю в армии, это непрекращающийся парад новых лиц. Меня звать рядовой Ричард Диллон, для друзей просто Дьюз. Я типа заведую спецпосадками. Если у меня нет того, что тебе нужно, значит тебе это не нужно. Но за шмот беру кредитами. Знаешь, что такое кредиты? Не торопись, погляди, что у меня есть, парень. Эй, может, нужен пропуск на небольшой бум-бум с местными дамочками? Отлично проведешь время, если сможешь себе это позволить. Приходи, когда будешь готов потратиться, ладно? У меня толковый сервис, браток. И поверь мне на слово, хороший сервис здесь — это то, что нужно. Я тебя раньше не видела. Меня зовут Мама Сан. Если хочешь покувыркаться с девочкой, обращайся ко мне. Скоро мы выдвигаемся, и я хотел бы, чтобы все вернулись. Так что не рискуйте, не высовывайтесь и приглядывайте друг за другом, ладно? Монти пойдет впереди. Делай, что он тебе говорит, и вернешься живым. Уже готов? Тогда выдвигайся к воротам, солдат. Нихрена себе! Браво 6, Красному Рогу. Отделение приближается к деревне. Имеем приказ зачистить зону и найти пропавшего журналиста. Вас понял. Смотрите в оба. Там полно ловушек. Разведка докладывает о многочисленном присутствии витконговцев. Понял вас, Красный Рог. Все будет тип-топ. Эти веточки — знак того, что тут установлена ловушка. Где-то впереди. Чёртовы гуки. Каждую ночь все тропинки минируют. Да, и не упади в яму с колиями. Ну, раз ты такой спец, Гарнер, иди впереди. Так точно, без проблем, лейтенант. Проклятие. Кто-нибудь еще хочет поискать водные ловушки? Потеряли отличного бойца. Сейчас мы ему ничем не поможем. Подберем его на обратном пути. Порядок!
спереди ловушки. Предельно осторожно. Новенький, обезвреживай ловушки. Чтобы обезвредить ловушку, все нужно делать в правильной последовательности. Ошибиться можно только пару раз, иначе время выйдет и сработает взрыватель. Что ж, похоже, хоть какой-то толк от тебя есть. Порядок. Вижу узкоглазого! Вижу узкоглазый! Да! В атаку! В атаку! Противник уничтожен. Порядок. Новичок, иди сюда. Здесь где угодно могут быть ловушки. Ловушки обезврежены. Двигаемся. Порядок. Иди, да. Да. Ура! Прекрати. Враг. Порядок! Ура! Новичок, иди сюда и безвредь эту чертову ловушку. Проползи по ней, чтобы разрядить. Иди сюда. Готов! Ламберт, вперед! Разведай рвы и опасайся растяжек. Готов! Не расслабляться! В атаку! Они сзади нас! Готов! Патроны! В атаку! Патроны! В атаку! Перезаряжаю. Порядок. Прекратить огонь. Направляемся в деревню. Вон они. Готов! Готов! Thank you.
Не расслабляться! Готов! Рассредоточиться, согнать жителей и искать тайники с оружием. Они могут быть где угодно, даже в стогах сена. Уверен, они что-то припрятали. Продолжай искать. Должны быть еще тайники. Не рейте меня, не рейте! Должны быть еще тайники. Не трогай меня, солдат! Я ничего не делал! Все жители в сборе! Я ничего не сделал! Отлично, солдат. Продолжай искать. Должны быть еще тайники. Смотрите, ничего себе тайник. Я же говорил, что они помогают вьетконговцам. Этот человек пытается сбежать. Остановите его. Окей, перегруппироваться на площади. Мотис, спроси у них, где они прячут журналиста. Замечен враг. Помогите! Я в хижине! Поверьте, эти слухи правда. Слишком уж много странных совпадений. Местные зовут его генералом или Кинг-Конгом. Он у них как бог. Эти люди поклоняются ему. Они с радостью отдают за него свои жизни. Для наших ребят это будет крепким орешком. Разведка США не может засечь этого зверя. Все данные только от военнопленных. Все они сходятся в одном. Он всегда казнит пленных самостоятельно. Говорят, что он любит смотреть жертвам прямо в глаза, прежде чем нажать на курок. Вьетконговцы говорят, что он может пытать заключенных неделями. Настоящий мастер. Говорят, Хо Ши Мин лично отправил его на юг, чтобы укрепить позиции коммунистов в деревнях. И с тех пор численность вьетконговцев неуклонно растет. Самоубийственные операции, засады и гражданское сопротивление усилились десятикратно. Люди готовы умереть за него, лишь бы понизить боевой дух врага. И знаете, что я думаю? Пока вам и вашим новобранцам есть что терять, вы ни черта не готовы сражаться с таким врагом. Это ведь правда?